Это моя сестра Валя. Привет. Мы уже руки грязные, посадили капустку. Андрей опоздал. Мой домик, мой виноград. Моя мамулечка. Мне подкинул дурной. Что такое? Дрова плохие. Как благие? Ну, благие город дрова. Некому. Я приду с этого, смялю их. Да. А что это следорожье? Алло. Девочки, возьмем одуванчики, присядем. Держи. Хорошенькие. Солнце мешает. Сильно? Немного, солнце не мешает. А уже желтеньких и нету, одни только белые. Давайте духать, духайте так сильно, чтобы все полетело. Вот, давай расправим. Так вот, держи. Надо расправлять, весь он не собрался. Давай бросать вверх. И все? Блин, наглоталась этих. А прикольно, если бы так по одному. Да. Ну, чистый пока. Подожду, я вымажу. Пили, но это еще маленькая доля того, чего еще осталось там дома. У нас есть довод для бутылок пустых. Дова. Пойдем еще пить, чтобы еще что-нибудь отнести к дому. Что будем пить? Есть еще что много, пойдем. Сейчас иду. Мне ж надо родную хату снять на память. Буду в тихинских краях вспоминать, что такое домик. У вас вот там есть сирень где-нибудь? Еще пока, по-моему, не зацвела, только черемуха. Обалденно вкусно. Не-не-не, только не ломай, не портите. У Инга белая, что она уже наломала. Ой, боже. Ну не надо, но она уже сыпется. Ну ты погляди. Ну я не хочу глядеть. Инга наломала белое, нам хватит. Пошли. У нас вот дворе такая бордовая. Ну-ка, станьте вместе, я вас сниму. Давай. Что, нельзя ломать? А, ну что там? Надо сидеть. Здесь не надо сидеть, здесь все. Не говорить, тут же. Мы возле родного дома. У любимой бабуси. Все собрались. Нет!
Такого не ври. Все приехали, напили шампанского, наелись. Да. Как обычно, оставляем бардак. Вот. Гогонька трезвый, как всегда. И бедный. Уже нервничает. Но это его проблема. Вот. А теперь надо ищи шусат показать. А Инга, а вот тут вот. Ну все, хватит. Хорошая понемножка. А вот нафига. Спасибо. Чал-чал, как говорят. Да. Привет. А снимается, когда на красная точечка? Ага. О, здорово. Посмотри, как я могу кататься. Видишь? Да, быстрее. Правда? А это Инга. Вот посмотри. Куда? Папа снимает видео на камеру. Взгляни на Ингу. А бабушка, подойди. Бабушка, подойди на камеру. Мы хотим тебя снять. Мы хотим тебя снять. Папа. О, привет, баба. Привет, Инга. Привет, бабушка. Не свались ты, привет. Чао-чао. Где жизнь так хитрая? Ну все, качайся ты. Как-то так ходит ходуном. Ну, папа, перестань уже снимать, хватит. Папа! А это бабушка, посмотри. А это дедушка. А что ты? Папа, хватит снимать. Хватит, хватит. Ты все можешь показать? Види. Пап, пожалуйста. Кажись, яйко, нехай ляжить, погляжу, че будет чену лежать. Заросше все.
Латик. Привет, это котик. Смотри. Ну не надо. Можно бросать вверх? Да. Значит, успокойся. Успокойтесь. Ну, перестаньте вы реветь. Хватит. Успокойся.
Так вот у них все это вынес. Мужа, иди на цеху, иди. Погоняйте ее. Вот, я тут сколько, да? Боль прядо еще, да, бабуля? Ну, куры не перепадаются. У них там, жоры там, что они все это так перерабатывают. Перерабатывают, а я на себя на голову пролезть, такое не надо. Ну, это так некрасиво. Ну, да некрасиво. Она не сружена. Там он помещается. Какой плавик? Пусть подавится. Вот может унес у хаты. Я уже закрыл. 55 градусов надо только закрыть. Это еще не привыкло. А мне веревку я дам привезло. Там высоко, где газовая позочка, что на подоконник и сюда не пошел. Берешь? Да. Ну, не подсвету. Что-то разговаривает? Куда ты не разговариваешь? И еще, он все равно ласковый, и еще. Так.